12 дней до соревнований. Я захожу в онлайн, и знаете, что я увидел? Алексей Воевода и Денис Цыпленков тренировались вместе. Я имею в виду, это круто. Лучшие парни собираются вместе, чтобы немного набрать. Но Денис начал творить по-настоящему сумасшедшие вещи. Я зашел в интернет, и знаете, что я нашел? Я был поражен. Денис играет с оружием. Денис, будь осторожен, это очень опасно. Что сильнее будешь ты. Денис, мы все знаем, что ты огромный. Мы все знаем, что ты сильный. Я не претендую, что я эксперт, но почему ты не держишь палец на курке? Когда я заряжаю магазин, я использую мой указательный палец, чтобы задвинуть его. Когда обойма внутри, перезаряжаем, и мы готовы стрелять. Денис, оставайся в безопасности. Stay safe, okay? Как ты видишь, я тоже огромен. Встретимся на шоу 17 ноября.